Зовут Регина, мне 21 год, я из Гатчины. Празднование Нового года в семье 26-летней участницы первого сезона шоу «Пацанки» Регины Колупаевой не обошлось без неприятного инцидента. Накачавшаяся наркотиками телезвезда устроила кровавую поножовщину, порезав собственных родителей после небольшой ссоры. В результате мать Колупаевой оказалась в реанимации, сейчас за ее жизнь борются врачи. Телеграм-канал Мэш информирует. Маме всадила нож в спину, отцу поранил руку. Регина Колупаева участвовала еще в первом сезоне шоу. Прошло уже 5 лет, уроки школы леди позабылись. Вечером у нее вспыхнула ссора с родителями, крики, брань, и Регина схватилась за нож. Сейчас мать Колупаевой госпитализирована в реанимацию, ей поставлен диагноз проникающее ранение задней стенки грудной клетки. Что же касается отца, то его определили в отделение травматологии, к счастью, его травмы не угрожают жизни. Сама Регина Колупаева находится в отделении полиции. Случившееся стало шоком как для близких, так и для многочисленных телезрителей, которые помнят Регину как добрую и отзывчивую девушку, никогда и никому не желавшую зла. Пользователи сети делятся мнениями. «Я не верю в перерождение на проекте. Среда обитания, окружение, очень скоро все стирают и возвращают на круги своя. Жалко, что не всем дано понятие воспитания. Очень хорошо ее помню по шоу. Приятная девушка. Не знаю, что с ней могло произойти. Просто кровь в жилах стынет, как будто бесенок в нее вселился».